Здравствуйте. Какие хорошие соседи к нашей Люсе, у которой ручка в гипсе. Сейчас шла соседка с кастрюлькой. Они ее кормят все, потихонечку подкармливают. Вот, доброе утро, кстати. Я забыла, что мы еще не здоровались. Сейчас уже день. Провела опять несколько часов там в этом в бекере. Выпила оранж-джус и чизкейк. Вот, и загружала, монтировала. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Вон какие художники что-то вот рисуют. Вот. А сейчас буду готовить. Хотела панир баттер масала или палак панир, но у меня случилось несчастье. У меня сломался мой блендер. Я его привезла пару лет назад из Санкт-Петербурга. Я уже здесь покупала в Индии два блендера. Они служат полгода и ломаются. Ну, может, я недорогие покупала, не знаю. Сколько они вообще должны стоить-то нормальные? Вот. Я решила, что хватит индийского. Привезу из Питера. Купила у нас в ленте в стрельне. И тоже, ага. Вчера залила, значит, решила сделать салат на ужин с майонезом. И майонез сама, конечно, залила 200 грамм. Масло, яйцо положила, горчицу, соль, лимон. Стала блендерить, а оно так, ну тихо-тихо, и не блендерит. Вот сейчас Саши поедет мне ремонтировать. А я вот буду на хозяйстве. Обычная наша деревенская жизнь. 20 января сейчас, 20 января 2020 года. Вот теперь правильно. Пойдем смотреть, что есть в овощной лавке. Картошка нужна, лук, помидоры, зелень. В общем, все нужно. How much pomegranate? Ой, как хорошо, надо купить гранатик. Укроп. Есть. Лук есть, правда, такой же. Вместе даже с арбузом, представляете, все вместе вышло 220 всего. Так много. Я не стала спрашивать, что почем, кроме гранат. Я им верю. Так, сюда заглянуть, что у нас тут есть. Вот где Саша Шиву покупал. У соседей у наших. Стартовая цена 600. Выторговал за 300. Good morning, hi. Вот у них тоже можно мехенди нарисовать. Девчонки на все руки мастера. И шьют, и продают, и мехенди рисуют, и детей тут же рожают. Алло, I'm finished. Да, very good. Давай. I will make food.
Very bad. Light is kaput. Очень плохо. У нас вентилятор же должен нас освежать. Света нету. Сейчас пойдет ремонтировать мой repairing mine mixer. И я надеюсь, у них там есть свет. Иначе как они будут проверять, получается или не получается чего-то. Давай, давай. Давай. See you. Ой, папа. Все взял? Забыл чего-то? Forget something. Какая красивая бабочка полетела, голубая. Ну, вот у соседей, вижу, живут люди, живут. Хорошо, я рада за них. Шума нет, но пока я не поняла, есть шум или нет шума. Добрый вечер, дорогие друзья. 20 января 2020 года. 20-е. Саша уже ушел на пляж. Новость плохая у меня. Мне не починили мой миксер. Ну, в принципе, это неплохая, конечно. Новость как новость. Вот. Сказали, езжай в Мапсу. Ой. Блендер, да, или погружной миксер. Вот так вот. Или погружной блендер. Какая стая воробьев большая. Они такие маленькие, в два раза меньше наших. Ребята, я мимо проходил. Не волнуйтесь. И голубь. Или это не голубь? Тоже в два раза меньше. Море чудесное, волна невысокая. Сегодня с сестрой созвонились. Она говорит, посмотрела мое видео, как я выбирала сари. Я их перебирала и медленно показывала. И она говорит, я загибала пальцы, какую бы я сари хотела. В общем, 72 сари набрала. Я говорю, да ты что? Я купила меньше. Она говорит, а я выбрала 72. Начало рынка. Буду дарлинга своего внимательно смотреть. Он обычно не очень далеко сидит. Сейчас посмотрим. Собака уже на посту. Собака ждет. Шаши, hello. Hi. I am fine. Our baby waiting. Привет. Как жизнь? Я принесла. I have biscuit for him. Да, положу вначале туда, покупаюсь. I go for swim. А причем он говорит, очень хороший доктор там сидела. Ну, в общем, да, все свозил, все нормально. Вот. А вы здесь будете, да, весь вечер? Да, да, будем, здравствуйте. Это Лена, тоже зрительница из Москвы. Вот. Вы первый раз? Да, я первый раз, и поэтому ничего толком не поняла, что к чему. Что к чему, да? Да, вот мы остались в Рамбуле, вот сейчас съездили в Ашрем и Мадрем на байке со знакомыми. В Кэри еще съездили, посмотрели все пляжи. Мне больше всего понравился Ашрем. Ашрем, наверное. Да. Но неплохо также и Мадрем тоже. Ага. Здесь тоже неплохо, но очень-очень шумно. Ну да, смотря кто что ищет. Да, да, некоторые ищут тусовок. Рядышком как бы. Ага.
тоже как бы. И все-таки вот эта жемчужина как бы пляжа, вот этот Sunset Market, поэтому интересно тут выгуляться. Да. Как люди по набережной вот гуляли раньше, вот это светское общество. У нас такое полусветское общество. Так везде хорошо, вот везде хорошо. Ага. Колоритно везде. Надолго приехали? Да, надолго, на месяц с лишним. Потом я хочу ехать в Кутапарти, к Садгуру и пошел. Даже к Садгуру хотите? Да, молодец какая, здорово, классно. Ну, это как всегда в планах, а там как-то... Ага, замечательно. Да, надо бы, конечно, вообще, где он там, где его ашрам, далеко от... Да, далеко, на юге, это Керала, в Керале, да? Ага. Надо все-таки в Кералу. Там короткие курсы, недорогие, длинные курсы, всякие разные. Угу. Все возможно. А он там или он путешествует? Он будет с 1 по 8 марта там. А сейчас пока его нет. Ну, я чисто хотела туда. А вас сколько человек приехало? Я пока одна, я кинула в группу. Кто хочет за мной, чтобы поехать. Не, ну вы же с ребенком, да? Нет, я мужа здесь оставлю с ребенком, а сама поеду. Нет, вообще, сколько у вас человек приехало сюда? Трое. Папа, мама и ребенок, да? Ясно. Так что, мне, наверное, попозже, да? Да, да, ну в 6:30 мы уходим, где-то так, да. Или завтра тоже мы тут, да. Приходите в любое время. Вот у нас, видите, хозяйство, поросятки. Это вместо Патрика. Там у нас Патрик каждое утро в окошко, а здесь каждый вечер вот эти вот... Про Патрика вашего наслышан. Наслышан. Так слышишь, как будто так вышел. Посмотрела. Да. Покормила. Мне кажется, вроде обычная жизнь для меня. А как посмотрю на себя со стороны, думаю, это же кошмар какой-то. Утром кто-то в окошко стучит, открываешь так окно, там обезьяна, да. Вот если бы сама свою жизнь мельком увидела из детства. Это же так привычно. Это уже очень привычно, да. К человеку ко всему привыкает. Ну да, мы тоже вроде три дня уже как-то вылезли, с первый раз вышли. Куда? Че? Сейчас уже ничего нормально. Ладно, классно. Пойду дальше свои. Давайте, ага, если давайте. Что, сегодня, если что, завтра. Так, ну все, парни, папа вас покормил. Я сейчас фантик выкину, покажу вам, отчитаюсь, что фантика нет. А, там еще одна печенька есть. Кто у нас самый голодный? Так, по половинке. Будешь? Он, да. Все, давайте, пока. Что-то я тебя не заметила, дружочек. Я думала, я две взяла пачки, а взяла одну. Ну, завтра две принесу. Что-то у папы какой-то совсем маленький магазин. Раньше такой караван-сарай раскидывал. Ты со мной, что ли? Типа охрана? Ой, девчонки, молодцы какие. Какие-то там косметику продают. Их маленькие девочки. Благотворительность? Закормите собачку? Напекла оладьи, крещение же вчера католическое, так сегодня все раздаю. Пошел, ну ладно. И он получил, да? Все получили. Молодец. Вас сегодня искал ваш подписчик. Нашел? Да я не знаю, многие нас нашли. Здравствуйте. Вы не знаете, когда Ирина приедет? В Фейсбуке вас весим. Также собачка, наверное, в восхищении. Я туда шла, девочка стояла на гвоздях. Возвращаюсь, она все еще стоит. И юноша стоит на гвоздях. В общем, три человека на гвоздях, ой. Какие-то похожие собачки. Но это вся уже больная. Блинчиками кормят женщина собак. Специально готовила или накупила. Привет. Я тебе конфетки принесла. Есть шоколад. I will bring. I have, да. I come back and bring. I have chocolate for you. Now, now. Only you. Only for you. I will bring, да. What happened here?
А что у меня happen? А, нормально, ничего, нормально. Everything fine. Я уже пошла, она меня кричит. Эй, эй. Я оборачиваюсь, она говорит, you give only for me, окей? Дашь только мне, ладно? Говорю, конечно, конечно, только для нее. Даже у Саши купили уже украшения. А, здравствуйте. 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 А вы откуда? Из Москвы. Мы из Москвы. Ага. Мы сюда собирались в отпуск. Мама вас смотрит каждый день. Не знаю, каким образом... Так она вас нашла, да? YouTube-канал. Вот такие. Вот мы уже взрослые женщины прошарим. Куда летит, решила посмотреть все об Индии. Да, нашла каждый день. Как зомби. Каждый день, пока мы не улетели, найдите Ирину, встретьте. Пожалуйста, передайте привет от меня. А как вас зовут? Меня зовут Эля, маму Зухра. Мне Сергей. Ага, ну, в общем, Зухра, Эля нашла, передает привет. Вот она в хороших руках, под защитой. Мы теперь вот тут вот все это за ней ухаживать будем. Да, да. Надолго вы, Эля? Мы приехали на 20 дней. Мы 5-го прилетели, и 25-го обратно. Да, скоро улетаем. Ясно. В принципе, ненадолго. Ну, главное, что мы вас нашли, встретили. Миссию для мамы выполнили. Да. Отлично, хорошо. Ну, вы знаете, там у нас видео по датам, так что вы не ошибетесь. С утра дату говорю, сегодня какое как помните или не помните, как у вас не вылетает из головы даты? Здесь? Да, сегодня. А, нет, нет, без подсказки, не так. Вчера был концерт Гребенщикова, 19-го. Вы были? Да. Понравилось? Понравилось, но, к сожалению, местные полицейские прервали. Не за что? До конца не дали. Аргументация была, местные молятся, какой-то великий праздник. Хотя там все разрешено. Ну, час послушали, полтора часа, а потом все закрыли, тишина, забрали усилитель. Ну, а они же католики, у них крещение, великий праздник, у них была в церкви служба. Но... Только я не знаю, мне кажется, это отдельные епархии. Ну, просто было слышно другую музыку, транс-музыку, да. К ним как она играла, там так играла. Никого она не беспокоила. А вот концерт почему-то он... Ну, успели, в принципе, так чуть-чуть насладиться успели. Хоть... Не, хорошо, часто мы послушали, очень, да, очень... Жалко, что ж такое. Значимые события, жаль, что сорвали, но все же. Ага. Поэтому 19 число, помню, сегодня 20-е. Но дни, на самом деле, сплетаются, как все в один. Что вчера было, позавчера? Вчера, точно, точно. Я начинаю вчера и сегодня. Монтировать начинаю, смотрю, и мне кажется, это было уже неделю назад, две недели, а это было только вчера. Вчерашнее монтирую, что-то как-то вот... Здесь много всего. Просто безумно. Время летит просто одним днем. Вот, мы только прилетели, уже улетать, и не успеваешь ничего рассмотреть, узнать. Ну, а куда-нибудь еще ездили, что-нибудь посмотрели, рассмотрели? Да, вот Сережа меня... По окрестностям, там, всем известные места, там, Махараштра, Парадайс, Рэдифорты, там, Апусы. Ну, в общем, такие, здесь по окраинности все. Ясно. Да. Планы строим, все равно каждый день, на другой день у нас меняются планы, если невозможно. Все получается иначе. Надо надольше прилетать. Ну, наверное, у вас работа, да? Конечно. Он не отпускает. Да, да. Ага. Да, есть такое дело. Ясно. Очень здорово, что вас встретили. Да, очень приятно. Спасибо, спасибо, здорово, да, ага. Ну, в общем, привет. Да, супругу вашего встретили, да, там Сережки. А, да. Сережки купили, Саша, для дочки взяли, очень приятно, мило. Ну, фоточки пошли делать все вместе-то. Да, пойдемте. Сережа говорит, фотографии, да. Фоточки – это важно, фоточки. Нас не пустят домой. Мы съездили зря, пустую. Так, хорошо, сейчас отошлете, скажете, мама, миссия выполнена. Да, да, да. Представляете, как она будет рада и довольна, и классно. Год назад, когда мы поехали первый раз, каждый сам по себе, мама не представляла поездку в Индию, грязно все. Вот смотрит вас, и все. Хочу в Индию. Представляете? Ну, как вам-то? Вы перелобили. Мне нравится. Мне первый раз, опять же. Ну, вы же говорите второй, да? Я второй. Сережа уже не знаю какой раз. Вы не в Индии, познакомились случайно? В том году. Да ладно. Год назад. Вот это просто у нас, не знаю. Кармическая встреча. Да, романтика полная. В том году я первый раз вообще узнала, что такое Гоа, Индия. Прилетела, мы с ним познакомились. А где я познакомились?
В Морджами? Ну, там отдыхали вместе рядом. Мы сейчас в Москву прилетаем, 26-го мы с ним, у нас роспись. Да ладно, 26 февраля? 25 возвращаемся января, домой. Января. 26 января мы с ним познакомились в том году здесь. Ух ты. Да, и вот в этом году мы с ним... Поздравляю. Ну, да. Вообще классно. Спасибо. Молодцы, да, какие, да, здорово. Ну, пойдемте фотографироваться, ну, маме доказательства отправлять. Фото. Давай. Деньги, покажите, все нормально. Royal Life. Все прекрасно. Да, точно. А, да, ну замечательно, хорошо, ага. Ну все, значит, мама будет довольна. Классный получается, когда солнце. Нам пришлите. Хорошо. Вы есть ВКонтакте, нет? Мама сделает. Мама сделает. Мама, пришлите фотографию, пожалуйста, мне ВКонтакте. А сейчас говорит, ему на Вайбер или WhatsApp, что у него там есть. Фиолетовая вроде у него есть. Даже не пошевелилась собака. Мы тут ютились как могли. Ее чуть не затоптали. Ой, собаки здесь, конечно, вообще. Собаки-улыбаки. У каждого по своей, да. Собаки-улыбаки. Да. Есть. Точно. Ой, ну понятно. Здорово. Ну поздравляю еще раз. Да, спасибо. Вот. Ну, давайте вас... Ну, давайте. Заодно. Всех обнимаю. Да. Вот. Ну, и подходите, хорошо, если да, что. Подойдем, все доброе. Ой, как классно. Собака-улыбака. Так, тебе ничего нет. Это я девочке хочу конфетки забрать, отнести. Что-то я не вижу, где моя девочка, которой я несу конфетки. Сегодня ракушек много, каких-то маленьких обломочков. Здесь вообще не очень много ракушек. Тузик. Привет, сейчас, секундочку. У нас тут секретная акция. Я несу девочке конфетки, она говорит, ты только мне, никому не раздавай. Держи. Спасибо. Tomorrow bring more. Only for you. Okay. Thank you. Welcome. Good luck. Хорошего тебе бизнеса. Ну, началось в колхозе утро. Сари, давай, кричит, где Сари? Гуа, Сари в фотопарте. Сари в ашраме. Ну, говорят, понизилось количество туристов, но, по-моему, вообще повысилось. Ты же уже тут вот был, да? Да. Приветики. Да, он тебя определенно прям любит. Все залапал, да. Все уже впереди. Вот так по всему пляжу на спине едет, вот цепляется. Это говорит твой? Да, это Тузик. Ага, группа тыкается. Это моя подруга. Я ее подруга, ейная. Тоже ее охраняю, мой хороший мальчик. Ты Янька. Господи, какая у него, какое счастье-то в глазах. Да, он прям балдеет. Ой, прижаться ему надо. Нет, ему надо разлучить нас. Нет, он любит вот так вот прижаться. Падать, да? Да. Ой, хороший мальчик, хороший. Да, я знаю, ты меня любишь, я знаю. И все у меня, посмотрите на меня, я вся в грязи. Любовь это, неземная. Это песок, ничего страшного. Песок, да. Ну ты надо же, а. Здесь столько собак. Кругом собаки. Смотри, как едут. Она на руле сидит и его кормит чем-то. Или он сам себя кормит. Какая прелесть. Хорошо. Сегодня. Шаши, бай. Бай-бай. See you tomorrow. А мне только что русские зрители сказали, ну не отменили, он говорит, мы просидели час, послушали, а потом запретили. 40 минут он попел, а потом...
Видишь, я тебе говорю, сегодня быков там ведут. Сегодня 21. И посмотри, ну ты посмотри, какой задира. Играться надо. Шкуру, шею, ногу, руку кусает. Нужно поиграться. Тот же его не трогает. Ну, играться хочется. Гарам-гарам. Артист. Молодец. Артист малых и больших театров, да? Вот как ты, Тузик. Тузик, дай пройти-то. Да что ж такое-то? Я же тогда думала, что ты моя любимая подруга. Вот он теперь клеится. Клеится. А теперь уже подлизывается. Ну, ты же видишь, говорит, я что же тебе. Нет, ну почему падать-то надо, на ногу-то падать-то? А рядом-то надо идти-то можно? А как тактильное ощущение? Вот мы же обнимаемся. А, наверное, да. Человеку надо 5 объятий в день. И собачке тоже. Да, и вот, да, я здесь. И мы тут все, да, я здесь. Не надо, все из глаз, да, хорошо. Свободные гуанские собачки. Как хочу, так его сажают на цепь-то, на веревочку. Нет. Когда-нибудь? Он не знает, что такое веревка. Он же был самый слабенький в прошлогоднем помете. И сказали, что он не выживет. Я его с бутылки кормила. И всех там привязывали, они там верещали. А его не привязывали, как самого слабенького. А он вымахал, он лось. Так ты мамка ейная, егойная? Почти, кормилица. Кормилица. А он, смотри, ведут. Поэтому он такой, видишь, он прилип. Я тебе говорю, я только приехала, он же там из балкона уходить не хотел, и спать мне не давал, и в двери ломился. Где ты была, кричал. Где ты была? А это его брат. 10 дней-то, конечно. Вот с одного помета, вот кто скажет. Подкинули, я думаю, его подкинули в этот помет. Он благородно кровей. И дети не боятся. Отгоняют. И главное, да, других отгонит, а детей не трогают. Да, он что, девочку не трогали. Не поговорить. Да и хоть я как-то к тебе вот тоже так упаду на грудь, как тузик. Да смотри, отгоняют так, а? Чтоб не подходил к нам. Вот лайк и ревнивец. Да, какой. Завернула в тряпочку. Товарищи, ну. А это массаж. Как здорово, массаж в море. Прелесть какая. Ага. Ты хочешь массаж в море? Посмотрела видео, где удача была интервью. Прекратите, все вы тут. Не трогаю. Вот задирается же сам, ты видишь? Да, пришел, ты же при. Они же тут бичевые, с бича. Они наша охрана, они бодигарды наши, они идут девочек охраняют. Я их понимаю. Главное, смотри, парочка такая, да. Точно бодигард. Тогда там им еще жилетки полицейские. Сплоченные. Так и бежит вот кому-нибудь придраться. Вот посмотри, вот вредятина. Слушайте, я хотела гламурную картиночку снять, а они тут лают. Скажи им помолчать немножко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш блог. Спасибо. Очень интересно, да. Спасибо. Неделю приехали, каждый день ходим, вас не видели. Так мы ж по Топарте были, мы только приехали вчера. Да, то, что вы там. Ага. Ну, лететь 1.5 часа с Добалима. Километров 700, я думаю. Как до Москвы от Питера? Сейчас я закат сниму, а то ведь сядет солнышко-то. Счастливо! Хорошего отдыха! Ой, боже мой, вот с такими парнями не повернуть. Эй!
космосы. Привет, моя хорошая. Привет, привет. Вот у нас мужчина новый, который поет Бимал Прасад. Он вокалист известный, ему дает уроки вокала. Да что ты? Тоже интересный очень человек. Он из Франции. Да? А где его находят? Ну давай, я тебя обниму. Болтать, сплетничать, нет? Сплетничать. Завтра все расскажу. Завтра сплетничать. Тут сегодня мало, да, народу? Сегодня мало, да. Сегодня как-то у нас кто-то уехал, 4 человека уехали. Знаешь, тоже не все время. Я так иногда из Керима прихожу, но не постоянно. Сейчас в Кириме живешь. Ты в Кириме живешь? Да, мы переехали в итоге. В тот раз, в тот день, который первый встретились мы, уехала я в Кирим. Очень душевно, так спокойно, хорошо. Все никак я не могу, так хочется, чтобы с Тумой пообщались. Ну, мы еще тут около месяца будем. Устроишь, да, папа. Спросишь, когда она свободна. В конце февраля мы поедем на Водлиф уже впереди. Куда? На Водлиф, в Майпур. Тоже там будет большой праздник, много индийских праздников. Там прям. Махашиваратри будет, да? Да, да. Там еще будет Гаура Пурнима скоро тоже. Там вообще очень красиво. Там же храм огромный, который похож на планетарий будет, который будет самый высокий в мире сейчас строится. Да? Я там не была. Интересное очень место. Ну, расскажешь да. потом. Да. Ладно, счастливо. Ты ж теперь будешь каждую зиму тут, да? Я надеюсь, что да. Ну, давай, счастливо. Ну, если получится поговорить, потом спроси ее. Lady. Oh, he likes what you've got in there. Yeah, he likes. Переехала. Вода ее залила. Good chocolate, yes? Good chocolate, you like? Yes. Tomorrow bring more. Понравились ей конфетки, что я принесла. Привет. Привет. Молодец. Некоторые девчонки, им дашь конфетки, и они говорят всем девочкам на пляже, и все девочки прибегают. А это вот она более такая разумная. Зачем? Самой мало ей. Так. А, где-то тут был папа. Здесь был папа. Мой золотой. Я ж недолго, не сильно опоздала, да? Всегда. Он пошли. We can go home. I order chai. А, чай заказал. Хорошо. Да, можно и посидеть. No drink, even coconut. And I want 10 rupees chai with him. He not drink. All our karma. What we do, we have to pay the price. Everybody, not only some people. Вода уже вообще к магазинам подбирается. Когда пришли, было далеко. Я вас обниму. Такой, конечно, можно. Давайте обниматься. Ну, рассказывайте, кто вы. Меня зовут Владимир, я из Москвы. Ага. Вот, приехал отдыхать на Гуа. Зритель тоже, да?
Да, я ваш... С Ютуба, наверное, да, конечно, YouTube, да? Откуда же еще? Подписчик, это самое, мне очень все нравится, как вы сам рассказываете, как показываете. Моей мамочке, Валентине Тимофеевне, большой привет. Валентине Тимофеевне, привет! Да. Ваш сын. Да, мамучка, это самое, большой привет тебе. Какой у вас хороший этому. Сын, да, передает привет. Да. Вот, в общем-то, отдыхаю здесь, я сам купаюсь на море, все прекрасно, все хорошо, это сам, я очень доволен. Вы по туру, по пакету, да, приехали? Нет, я приехал своим ходом, познакомился с Индией через вас и Олежку, Indie Magic TV. И, в общем-то, вот приехал как бы сам... Первый раз? Первый раз, да, сам по себе. Пока мне все очень нравится. Ну и да, как? Еда вкусная, море теплое, люди прекрасные. Январь хороший. Удался январь. Январь хороший, да, это самое. Слякоти никакой нету, как у нас на самом народе. Да, я посмотрела из Питера фоточки у подружки. А говорю, а снег-то где? Снега-то нету. И снега нет, и погоды нет никакой. Хоть бы снег бы был немножко. В общем-то, все вот так. Вот так. Ботача, Royal Life. Здравствуйте. Ботача, это хорошо, да? Да, ну тоже окей. Намасте, сайро, здравствуйте. Подписчики вашего канала. Как вас зовут? Марина. И Миша. Марина и Миша, очень приятно. А мы Ира и Саши. Да. Мы-то вас знаем, а вы нас не знаете. А вы откуда? Из Москвы? Мы почти из Москвы, из области. Ага. И специально пришли сюда, одна из причин, чтобы вас встретить, сделать фотографии совместно. Обязательно, давайте, вставайте, пока еще немножко там светит, давайте как-то так встанем, может, кого попросить, чтобы нас щелкнул. А вы сфотографируете да, нас? Да, конечно, вообще не вопрос. Поправили. Давай, ага. Так, наверное, девочек в серединку или как? Да, в серединку. Да. Давайте Попробуем. Сюда, в серединку. Ага. А мальчиков по бокам. А я за вас немножко вот так вот. Готовы. Thank you. Спасибо. 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 Все хорошо? Да. Все, окей. Мне понравилось, как вы кормили обезьян, которые к вам вообще это в гости приходят. Так здорово, вообще так замечательно, удивительно. Патрик, да. Я уже мечтаю как-то его приручить. Пусть бы заходил там, ну, по-дружески. Но они как... Ну, немножко все-таки рычит. Нервные какие-то, да. Ну, видно, что с детства они на свободе. И... Да. Если бы маленького взять, можно было бы воспитать. Но он хороший вообще. Можно спросить пару слов для моей мамы? Конечно, давайте. Как маму зовут? Посмотрела вас тоже, и ну, ее так вдохновляло все это. Мама зовут Алевтина. Или Аля, как вам удобно. Алевтина. Алевтина, здравствуйте. Вам привет горячий. Солнечный, с Гоа, из Арамболя. Ваши дети нас нашли. И вот мы тут все вместе. И Саши тоже. Tell hello to Алевтина. Hello to Алевтина. How are you? Намасте. Намасте, сайрам. Вот. С крещением с прошедшим и со всеми праздниками. У нас очень хороший январь. Правда, да, хороший январь? Хороший. Very happy to see you. Отлично, you. Спасибо большое. Сейчас отправите, да, ей? Сейчас-то нет. Сейчас когда доберемся до интернета, спокойно. Нам, мы из Кандалима, нам еще надо ехать туда будет сейчас. Mm-hmm. Так, далеко это Кандалим, по-моему, да? Далековато. Это километров 25-30 до Кандалима. Ага. На байке? На байке, да. На двух. Нормально, да. Хорошо. Мы завтра уже улетаем послезавтра. Обратно. Послезавтра. А, успели нас найти, да, для селфи, для фотосессии. Это самое главное, да, что это самое, в принципе, люди... Я тоже сам искал, думаю, хоть бы найти. Сам думаю, уехали, насколько, не знаю, но очень рад, что вас увидел, и мне очень приятно. Спасибо большое. Новая достопримечательность. Фотографироваться с этими, с памятниками и с нами. Арамболе. Классно, да, спасибо. Как бы коротаешь вечера, там, в пасмурные дни, смотришь, и само солнышко, и все так красиво рассказываете. И поэтому как бы очень хотелось увидеться тоже, сам, когда приехал. И, конечно, мамочка привет передать это сама. Еще раз. Да, ну все, до свидания. Ну давайте, счастливо. Привозите мамочку в следующий раз. С ней сфотографируемся. Хорошо. Давайте, ага, счастливо. Хорошего вам полета, возвращения домой. Ага. Атака!
катаются туда-сюда. Она сидит на руле. Задом наперед, короче. Спиной к движению. Лицом к водителю. А ну-ка все выходите. А нет, он сказал сайт-сайт, не лезь под колеса. Вот что он сказал. Как вкусно пахнет жареной кукурузой. Завтра куплю. Обязательно куплю. Что-то сегодня... Хэппи-хэппи. Фиш тали 160, ведж тали 120. Да, ведж тали, найс. Хлебушек. Давай, ага. Ему нужен хлебушек. Но мы привезли со шрама, и нам еще привезла Резида. Поэтому черный хлеб я ем. А ему надо мягкая булочка на утро. Вечером у нас будет... Так, ну давай сюда, что ли, клади. 5, да? Хорошо. Did you give him money? Ага. Show me, what inside, show me, what inside. А, почти закончилось. И даже самоса, ага. Спасибо. Так, ну, когда у них тут? When? 22 января в 7 вечера в Арканбаре. Послезавтра, вот эти вот. Послезавтра, да. Давай, послезавтра пойдем танцевать. We will dance, да? Послезавтра будем плясать. Будем танцевать и пить пиво. We will drink beer and dance. А у нас заканчивается 20 января 2020 года, дорогие друзья. Всем счастья, здоровья, намасте. Добра и процветания. Всего самого наилучшего, буддийского спокойствия. Как я вот это вот их фонтанчик люблю. Когда смотрю на него, сразу вспоминаю, что надо пожелать вам спокойствия, гармонии, мира. Все течет, все изменяется. Все проходит, пройдет и это, чтобы не было тяжелое в вашей жизни, это пройдет. Наша Люси. Когда же ей снимут гипс-то? Hello. Hello. How are you? Hi. Still problem, да? Have to remove, their boy is not coming then. Today coming, tomorrow coming, like that. Все время обещаю, должны снять. Да я бы уже и сама сняла, понятно. Если бы у меня была такая штука, я бы ее уже сняла. У нас Галя еще не пришла, самая лучшая соседка. Вернее, у нас все соседи были такие хорошие, замечательные. Утром уходят и возвращаются поздно. И все время заняты своей интересной жизнью. Вот, очень-очень мне нравятся мои соседи. Один раз только была шведская семья, два парня и девушка. Ну и то они не шумели, ну просто их было много. Вот, все время матрасы расстелены. Мы еще в маленькой вот этой комнате в Галиной жили. А они там, как вот мы сейчас с матрасами. Все помещение застилали, веранду. А после этого жили только одинокие соседи. По одному. Полячка. Из Санкт-Петербурга режиссер, вот Галя, Катя. И когда один, конечно, ни шума, ни гамма, замечательно. И все очень увлеченные своей жизнью, поэтому мне это все очень нравится.